Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, кто-то не Гаронокс. Как всегда, очень много подписчиков, сегодня мы играем в Гаррис Мод. Карта у нас FNAF, пацанчики, скажите классные слова. Всем привет. Всем классные слова. Все написали в комментариях, чтоб мы на этой карте записали прятки. Надеюсь, ребята, вам понравится, вы поддержите лайкосиком, подпишитесь на канал, ролики выходят каждый день. О, везде можно заходить. В вентиляции я тебя видел. Ах ты жопа, как ты меня видела? Ты тоже был в вентиляции? Да. Так, так, слышишь ты? Да. Блин, ты чё, тебе не попадаю, что ли? Так, давай, сок яблочный. Настроение крутое. Давай, ищи вместе с... О, подожди, а чё это за говно тут летает? Так, хорошо, в следующий раз мы тебя на запись не берем, ты нечестно играешь. Да в смысле, у меня вообще, я ходить не мог. Да ты взял оружие, короче, и взял невидимку, использовал. У меня движения были скованы, не давай, все. Нет, эта отмазка не действует в этот раз. Отмазка отклонена. Нет, отмазка подтверждена, ясно. Нет, не-не-не-не-не-не. Да, да. Не-не-не. Да все, а мне опять движение, все, я двигаться не могу. Так, Ронокс, давай, теперь ты с нами, в одной команде. Так, знаете, кого мы последнего, наверное? Мне кажется, мы будем последнего искать, как всегда, кто-то, да? Потому что ты кто? Эй! На корабле. Во-во-во, вот тут кто-то по-любому ныкается. Надо быть очень-очень внимательно. Тут никого нет. Да, я знаю вас. Вы так говорите, а сами тут воняете, сидите. Осуждаю. Так. По-любому тут кто-то сидит. Вот я бы тут точно бы заныкался. Так, ты так, просто так. Рядом прошел со мной. Да ладно, да как? Я тебе. Ты реально? Вот знаешь, обидно, когда я потом на монтаже смотрю, и реально ты там бегал, а я не видел тебя. Нет, серьезно, ты рядом прошел. Да так нечестно. А че бы и нет? Очень темновато здесь. Ну все видно. Поэтому я ныкаюсь там. О, там можно было бы заныкаться, в принципе. Ой. Так, это датчик, где можно. Отключить весь свет в пиццерии. Отключи. Не буду. Не хочу. Хочешь, я это за тебя сделаю? Давай. Ой, я видел, кто-то пробежал. Так, привет, так, Димас. А где ты? А я не скажу. Ах ты хитрый жук. Пацаны, вы давно решили поиздеваться. Рофлите, да? Да, я вижу. Привет. Не-не-не. Так, короче, я буду кнопку стеречь. Ой. Так. Сейчас открою. Сейчас мы по красоте все сделаем. Меня сок яблочный. Опа, я вижу, он гоняется за тобой. Так, подмога идет. Слышь, бомжара. Я не бомж. А слишком много. Да блин, я же попал по нему. Прям вот загорелся его ник. Куда он пропал? Так, он где-то тут стерится. Вас слишком много, вы что? Он маленький, его не видно. Ого, он хитрый какой. Зачем где-то? Он, короче, в дырку побежал. Там, где туннель пробитый. Все около меня. Так, пацаны, давайте сделаем перекличку. Кого мы еще не нашли? Меня. Ого, во сколько еще челепиздриков. Четыре человека осталось. Так, это я здесь. Так, знаешь, где они могут шкериться, раз мы договаривались? И под пиццерией. Один в офисе, Димас, один в офисе. Мочи его полностью. Один вот тут где-то. Так, его здесь нету. Ай-яй-яй-яй. Меня пытаются сожрать. Закрыть дверь. Ужас. О, черт. Так, пацаны, я что-то заблутался тут. Никого нету. Люди, мы... А плагин вышел. Блин, да куда идти? Карта запутана очень. Так, ой, попался. Так, наконец-то кто-то. Я рада, что ты с нами в одной команде. Да я по фэншую играл. Остался я. Вот куда я иду? Я еще остался. Угу. Куда ты идешь? Ты был на кухне, сюда. Я тебя видел. Так, крошка умер. Остался я. О, привет, как дела? Да тут никого нету. Ладно, сильно долго выходить. Нифига себе, где я уже был. Я уже далеко пиццерию прошел.
Короче, мы тут будем искать. Значит, они где-то по карте перемещаются. Или тут в столе сидит. Так, никого там нету. Вы что там, братцы, бегаете? На кухне. Так, пацаны, кого еще не нашли? Меня. Я. Так, два челепиздрика. Угу. Давайте вот тут посмотрим. Все, я выдвинулся на убийство. На кого? На тебя. Меня? Меня здесь нет. Так, пацаны, давайте подсказку, кого еще не нашли? Меня. Я. А где вы, в пиццерии самой или в подвале? Да-да-да. Я в пиццерии самой. Так, значит, он где-то на видном месте или вот тут где-то сидит. А, он может вентиляция где-то тут шкерится. Я сразу говорю, подсказочка. Сразу говорю. О. Я в вентиляции был. Так, так, так. Я ушел оттуда. Твое лицо. Блин, тут еще так сложно поймать. Я убежал. Такие прикольные звуки запилили. Конечно, около меня. А я застреваю всегда и всюду. Да, плюштрап очень неудобный в управлении, если МТП хаешься, как-то... О! Офигеть, кто-то свет выключил. Кто свет вырубил? Так, нас уже тут трое бегает. Давайте сюда все-таки залетим, прочекаем. Ага, я стрею на вентиляциях этих. Ага, оно ведет сюда. Значит, кто-то вот тут сидит где-то в ящиках. Возможно. Так. Да по-любому так и есть. Где-то вот тут оно по-любому сидит. И угорает. Вот тут, вообще, вот тут нычка была бы жирная. Можно всю жизнь просидеть. Так, давай, короче, или постреляй, или что, мы тебя не слышим, не видим. А вот так, послушайте. Около кухни. Ага. Бегу, бегу, бегу. Еще постреляй. Около кухни. Около кухни. Так, так, так. Ты что, в печку залез? Че ты там сидишь? Почти. Почти печка. Почти печка. Да, нычек здесь миллион штук можно придумать. Соглашусь. Поддерживаю. А, так я его вижу. Меня? Где я? Давай, говори. О, тут вообще нычка сильная. И не работает еще. А, не, можно выйти. А, можно сквозь проходить. Красавчики. Я нашел Кракарича, только не могу его убить. А где оно? Ничего. Он, он в люке, уходи. Ой, в вентиляции с ножичком. Уходи. Драгонлора нашел. Уходи. Еще и Драгонлора нашел. Класс. Так, пацаны, где это? У вас, какой вентиляция? Это самая верхняя вентиляция. Самая верхняя. Андрюх, ну нельзя так летаешь ты с собакой. А ничего. Не, ну это бан. Это бан. А он с ножичком невидимым. Ой, я могу тэпэхнуться? О, четко. Пацаны, что там уже слабо? Раньше мы лучше играли, да? Да, согласен. Вот это можно вообще тут прочекать все. Пол карты видно. Ничего себе, вы за ним бежите. Так, дайте я его убью. Дима с коробкой застрял. Так, пацаны, что-то я не вижу. Есть! Всех нашли? Нет, я остался. Аж ты наглый. Давай подсказку, мы тебя реально не можем найти. Вентиляция. Вентиляция. Вот меня кто-то видит, меня кто-то. До дома. Ах ты жлоб, мочите его, нас уже там 12 тысяч человек. Так я был в этом вентиляции, что, его не убил, что ли? Я его убил. Ходил по вентиляции, нет. Да, я последний. Все, всех убили? Да, всех. Короче, знаете, что хочу сделать напоследок? Битву аниматроников. Каждый сам за себя. Готовы? Та не, не так, не! Первый полетел. Второй полетел. О, Димас, привет. Я не могу сражаться. А чё ты не можешь сражаться? Учись. А в пиццерии? Бэ. А ты нечестно выиграл меня. Я тебе поддавался специально. Ладно, ладно, продул чисто. Не смог. Давай. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, выходите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, спать рыбу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!